сегодня день спокойный, ни одного пациента. Хоть кто-нибудь пришел бы, я уже все дела переделала. Конечно, хорошо, что никто не болеет, но так и квалификации можно без работы потерять. Доктор, можно я сегодня пораньше выйду? Просто пациентов сегодня нету, а у нас сегодня футбол. Что? Пораньше? Ни в коем случае. А вдруг больной и вызов срочный? Нет, сиди на месте. А я и без разрешения убегу. Все равно пациентов нету. Ну вот, осталось 15 минут, и день закончится без пациентов. Доктор, доктор, помогите! Нужна срочная помощь! Что случилось? Ты заболел, малыш? Нет, я не заболел. А вот щенок заболел. Он лежит и не встает. Щенок? Неожиданно. Но я же доктор. Поехали. Можешь показать дорогу? Конечно могу. Тогда быстро в машину. Где же водитель? Шиня, ты где? Куда он мог подеваться? Странно, неужели сбежал? Вот разгильдяй, а еще и на скорой помощи работает. Какая безответственность! Шиня, Шиня, ты меня слышишь? У нас срочный вызов, скорей сюда! Что же делать? Ведь я же сама не умею управлять машиной. А пешком далеко, на окраину леса. А вдруг больному станет совсем плохо, и он умрет? Доктор, я умею управлять машиной. Меня папа учил, я справлюсь. Ну, выбирать не приходится. Быстро за руль. Поехали. Больной. А, вот он. Да, вид у него совсем несчастный. Видно что-то серьезное. Обычно щенята такие шустрые. Ну, что с тобой приключилось? Рассказывай. Заболел я, доктор. Плохо мне совсем. Это я и сама вижу. Рассказывай, что болит, где, подробно. Живот болит и голова кружится. Сил совсем нет, даже встать. Так, и что же ты ел? Я вот, доктор, из грязной лужицы водички попил. Как? Разве мама тебе не говорила, что этого делать ни в коем случае нельзя? Говорила. Я так сильно пить хотел. Думал, один раз-то можно. И вот результат. Это отравление. Ладно, не горюй. Сейчас я тебя осмотрю, а потом назначу лечение. Здесь больно? Ой, ой. Ой, больно. А здесь? Ой, больно. Ай-яй-яй. Ой, ой. Все понятно. Так, так. Может, тебе еще и клизму сделать? Не помешало бы. Ой, доктор, а можно без клизмы? И без уколов? Я их сильно боюсь.
доктор, больше никогда не буду пить грязную воду. Не бойся, скоро ты выздоровеешь, но тебе это будет урок. Сейчас я тебе приготовлю лекарства. Очень полезные травки. А еще березовой коры. Тебе это обязательно поможет. Никогда нельзя пить грязную воду и есть грязную пищу. Ой, доктор! А посмотрите еще моего брата. У него ушко болит. А к доктору он не хочет. Говорит, что боится. Обязательно. Сейчас же. Где он? Да здесь, недалеко. Вон, за кустиком прячется. Ну, рассказывай, что с тобой приключилось? Доктор, мне какая-то мошка в ухо залетела и укусила. И теперь очень больно, даже спать не могу. Сейчас я дам тебе очень полезных листиков, и они тебе обязательно помогут. А завтра приходи в больницу. Спасибо, доктор Чинча. Завтра приду к вам в больницу. Я тебе приготовлю хорошее лекарство. И мы тебя обязательно вылечим. Понравилось видео? Тогда ставьте лайки и подписывайтесь на канал. И смотрите продолжение этой истории.